Поздравляю вас! Вы приняли правильное решение, подписавшись на мою рассылку. Теперь вам необходимо сделать два несложных шага. Первый шаг. Вам необходимо выбрать свой почтовый ящик, на который вы подписали рассылку. Выбрать его можно из этого списка. Перейти по любой из этих ссылочек и открыть свой почтовый ящик. В почтовом ящике вам должно прийти письмо от Вячеслава Вапилкина. Вот с такой вот темой. Подтвердите, пожалуйста, подписку на автора Вячеслав Вапилкин. Вы открываете это письмо и нажимаете вот на эту ссылочку. После нажатия на эту ссылку вам придет письмо на ваш почтовый ящик с материалами, на которые вы подписались. Если письмо не пришло на ваш почтовый ящик, нужно проверить папочку «Спам». Возможно, оно попало и туда. Такое бывает. И вам нужно нажать на это письмо, что оно не спам, чтобы оно всегда попадало во входящий. Ну и чтобы такой ситуации в дальнейшем больше не происходило, вам нужно сделать простые настройки для своего почтового ящика. Нужно добавить мой email, mailfreeinfopro.ru, в белый список своего почтового клиента. Давайте я вам покажу, как это сделать на примере четырех самых распространенных почтовых клиентов. Gmail, Яндекс.Mail и Rambler. Открываем вашу почту на Gmail. Вот, как вы видите, пришло письмо. Открываем это письмо, нажимаем кнопочку «Еще», выбираем «Фильтровать похожие письма», вот мой email, нажимаем «Создать фильтр» и здесь выбираем «Всегда помечать как важное», «Никогда не отправлять спам» и «Добавить в категорию», выбираем «Личное» и нажимаем «Создать фильтр». Все, теперь письма на Gmail от меня будут попадать во входящие. Теперь давайте покажу, как это сделать для почты на Mail. Открываем ваш почтовый ящик, находим мое письмо, нажимаем кнопочку «Еще», нажимаем «Создать фильтр» и здесь выбираем галочку «Пометить флажком». Применить к письмам в папках. Здесь появится входящий. Все, нажимаем сохранить. Все готово. Так, давайте проделаем то же самое для Яндекс.Почты. Находим письмо от меня. Нажимаем еще. Создать правило. Вот эту галочку можно удалить. Снимаем галочку «Положить в папку», ставим «Поставить метку важное» и нажимаем «Создать правило». Все отлично, правило создалось. И теперь переходим к почте на Rambler. Находим мое письмо. Нажимаем «Еще» и помечаем письма как важное. Все, вот такие несложные действия вам необходимо проделать, чтобы всегда получать свежую и полезную информацию от меня. С вами был Вячеслав Опилкин, спасибо за внимание.